Сегодня Всемирный день без автомобиля. Владельцы машин пересаживаются на велосипеды или идут на работу пешком. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Впервые подобная акция прошла в Англии 20 лет назад. И уже через год идею подхватили два десятка городов. Сейчас, по приблизительным подсчетам, раз в год от автомобиля отказываются более 100 миллионов человек.